друзья, всем привет, с вами как всегда Ромз, и добро пожаловать в Brawl Stars. И да, вы правильно догадались, сегодня пятый день подарков, и давайте вспомним. Первый день нам подарили бесплатный пин, второй день большой ящик, третий день это было просто с ума сойти, бесплатные гемы. Четвертый день это день разочарования, потому что я получил 200 золота, ну а вы получили по 100 очков силы, а теперь... Пятый день. Пятерочка. В школе все любят получать пятерки, ну или 12-бальная, у кого система, те 12. Поэтому, друзья, пятый день, и как всегда, я не знаю, что мы сегодня там получим. Поэтому, друзья, чтобы там было просто офигеннейшая тема, обязательно прямо сейчас поставьте лайк, нажмите на красную кнопку подписаться, и самое главное, не забудьте зайти в магазин и ввести код автора Ромзи. А я прямо сейчас смотрю, что нам подарили. Итак, давайте, барабанная дробь. И... наконец-то мега ящик на халяву. Вот он мой красивый, вот он мой родимый бесплатный мега ящик. Вы понимаете? Мега ящик это шансы x10 от обычного ящика. Поэтому из этого ящика я думаю, что многие из вас могут выбить каких-то бравлеров, пассивки, гаджеты. И давайте так, как всегда, мы с вами договариваемся. Вот сейчас мы с вами заключаем такой крепкий договор. Если кто-то из вас выбивает что-то из этого ящика, неважно, золото, очки сиры, легендарку, там, Леона, хроматического, мифика, эпика, пассивку, гаджет, неважно, пишите в комментарии, что вам выпало, потому что мне интересно узнать другим зрителям интересно, у кого что выпало. Если у кого-то выпал Леон, я не знаю, это просто мега везение, но обязательно проверяйте, есть ли у вас код автора Ромзи. Ввели код автора Ромзи, потом заходите, забираете бесплатную акцию дня, и потом забираете бесплатный мега ящичек, ребят. У меня, конечно же, это золото, потому что, ну, в принципе, нечего выбивать. И посмотрите, посмотрите, какие акции. X5 выгода, X5 выгода. Если эти акции купить, это будет просто жесть. Если эти акции купить на каком-то нулевом аккаунте, сколько всего можно выбить за 40 мега ящиков? Я не знаю, возможно, я сделаю отдельную запись на отдельный аккаунт, это была бы очень крутая тема. Давайте так, если вы хотите открытие на нулевом аккаунте 40 мега ящиков, плюс потратим все эти гемасики, поэтому, ребят, обязательно лайки, подписки, колокольчики, а мы с вами смотрим, какие сегодня события. Ну да, чемпионат я провтыкал, да, чемпионат я проиграл, я, ну, прошел всего лишь 11 испытаний, что у нас сегодня здесь? О, ребята, вы помните реально эти карты, как они давно были, хотя стоп, перед тем, как я сыграю на этой карте в Броболе, у меня есть идея. Посмотрю, вдруг им что-то выпадет, реально, вдруг им что-то выпадет из этого ящика. Так, события, окей, неинтересно, магазин, так, подарок, а где, подожди. Набор значков. А, я думал, не будет. Вы видали? Подарок не появился. Так, проверяем. Код автора Ромзи есть. Все на месте введено. Забираем бесплатный ящик. Так, это у нас аккаунт Никиты, если не ошибаюсь. 7000. Так, забираем себе, конечно же, пассивку. Нефиг, нефиг оставлять. Потому что потом они золото тратят на бесполезную тему. Поэтому я сливаю им золото, которое им же и доначу, ребята, втихаря. Так. Здесь у нас подарок золотишко. Почему? Потому что очков силы у них нет. Посмотрите, посмотрите, какие акции. И вот он, мега ящик. Так, 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 так. Ну, блин. Ладно, хотя бы бонусы. У Никиты выпали хотя бы бонусы. Что выпадет у Вадима и что выпадет на аккаунте нуб-донатер, я еще не знаю, потому что я туда не заходил. Сейчас пойду. Аккаунт Вадима, аккаунт Вадима. Смотрим, смотрим. Оооо! Значок! В прошлый раз он его не получил, сейчас, да. Я не знаю, почему такая рассылка странная, но ему то кому-то дают, то кому-то раньше, то кому-то позже. Что здесь у нас? Вот, и золото, и мега ящик. Здесь еще один бесплатный ящик. Забираем. Код автора ведем сверху, проверяем. Золотишечко забрали, а теперь мега ящик. На халявку. Запомните, на халявочку, ребята. Итак, 400 зол... Почему так мало? Ладно, у меня есть еще один аккаунт, о котором я хотел бы сейчас открыть. Нуб, донатер. Я все обещаю сделать отсюда, ребята, выпуск. Кстати, давайте, у меня появилась идея. Смотрите, у меня здесь на аккаунте, если не ошибаюсь, клуба нет. Скоро, я думаю, что очень скоро, как обещали разработчики, будет обновление. И в клубе останется всего лишь 30 человек. Давайте, скорее всего, на этом аккаунте я создам академку. Если вы хотите, потому что из моего клуба улетит 70...
30 человек. Сейчас там 100, останется только 30. Если вы хотите, чтобы была академка, ребят, поставьте лайков на этом видосике. Правда, я создам тогда здесь вторую академку. И, возможно, на аккаунтах сыновей они тоже посоздают. И будет, скажем так, 4 клуба, да? 4 на 30, это уже 120. Вот, вот такая арифметика. Итак, заходим. Код автора есть. Подарочки какие здесь. Удвоитель жетона, спасибо. Это мы не будем покупать. 726 гемасиков здесь. 726 гемов. Итак, итак. Очки силы. Да, видите, здесь я не забирал. Здесь есть большой ящик, который не забирал. С него ничего не выпало. Очки силы. Ну, конечно же, для любого бойца. Я нечаянно хотел забросить. Забрать. Нет, не на бо. Я не хочу на бо. Нужно забросить на какого-то очень крутого персонажа. Так, 9-10. Мистер Пи. Кто у нас недокачан? Да, в принципе. О, давайте мы закинем на генерал Гавса. Пускай получит генерал Гавсочки силы. Дальше. Здесь что? Что еще здесь? А все. Вот, вот. Мега ящичек. Так, так, так. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, блин, ну было близко. Я думаю, что было близко. Я надеюсь, что было близко. Возвращаемся на мой аккаунт, и я хотел бы сыграть. Как я давно не играл на этой карте. Вот на этой, ребят. Вот на этой. Раньше они часто выигрывали в этих, скажем так, ну, блин, как она называется? Боже мой. Скажите мне, пожалуйста, победителях дня. Боже мой, я забыл, как называется. Победителях дня раньше не очень часто выигрывали. И у меня есть идея, за кого сыграть. Я пойду, конечно же, за мусорщика, ребята. Раньше эти карты часто появлялись. Мы их любили, я снимал много видосов по этим картам. Но потом как-то все это забылось и перестали их играть. Но я могу сразу пасануть, вот так, вот так. Забей, а ты можешь забить? Просто забей. Просто забей. В смысле? Да закати ты мяч! А, я забил. А, это я ударил? То есть, я мог просто забить. Я мог просто забить. Эй, эй. Так, подожди. Не-н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 е. Тормози, тормози, тормози. Хвати. Хватай мяч. Нет. Как? Как? А как это произошло? Как Бул набил ульта, так быстро побежал? У Була снова есть ульта. Так, так, так. Була я убил. Так, этого убили. Хорошо, 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 хорошо. Все, все, все. Это гол. Это гол от Рамзи! Второй. Обожаю эту карту. Серьезно, я обожаю эту карту. Кто звездный игрок? Я звездный игрок. Еще и квестик делаем. Кстати, а здесь что попадется? Я не знаю. Сейчас увидим. И я по-любому должен выигрывать. Итак, это... Это открытая карта. Это не для Эша. Почему? А, хотя подожди, подожди, подожди. У меня появилась идея. У меня есть очень хорошая идея. Так, телепортируемся. Привет, пацаны. Привет, пацаны. Как дела? Ага, Карл. Карл, Пайпер, да, конечно. А как это выиграть? А как по ним попасть? Как по ним попасть? Раз, два. Да блин, как это выиграть? Так, хорошо, с этими справились. Хорошо, минус два, так. Давай, давай, рикошетом фигачит. Давай, 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 рикошетик, я в тебе верю. А, я тебе, это, а, рикошет против нас. Так, подожди, здесь у нас раз, два, хорошо, хорошо. Пацаны, все держится только на мне. Если вы проиграете, это пипец, почему? У нас три ближника, у них три дальника. Это просто жесткая тема. Так, так. Да блин, ну как? Ну почему так не везет? Ну я не понимаю, я просто не понимаю, почему такая тема? Почему у нас пацаны такие слабые? Почему вы проигрываете? Почему мы не можем ничего сделать? Почему у них дальники? У нас ближники. Ну не могло дать карту для ближников, а? Не могло ли дать карту мне для ближников? Почему? Ну смотрите. Я не понимаю, ну как, почему я дизлайк этой карте поставил, потому что здесь должны быть самые трешовые в мире карты. Попадается нормальная карта и не для меня, она попадается для дальников. Вот это уже то, что мне нужно, ребят. Вот это то, что доктор прописал, понимаете? Вот это уже интересней, вот это уже лучше. Так, а можно я полетел? А можно я полетел? Да. Раз, два, ага, сейчас откилиться нужно. Так. Так, разобрали с Мортис. Пока, до свидания. Мортис, тебе здесь не жить. Я лечу, я лечу. Нет, нет. Нет, 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 пацан. Ультуй, ультуй, убивай, 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 убивай. Молодец, 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 молодец. А можно... А, это свой Мортис. Это свой Мортис был. Это был... Я пытался убить своего Мортиса. Пацаны,
Нормально? Так. А ты что, ты умеешь прыгать круто? Ну блин, соболезную тебе, ты умеешь прыгать круто. Я пошел, пацаны, удачи, удачи, 20 на 12. Вот в этой карте я уже не победим. Вот в этой карте я не победим, я не заменим. Я потратил все гаджеты. Так, Мортис там с Динамайком сражается. Полетели, полетели, полетели. Кто, кто, кто? Посмотри там. До сих пор мой крысюк бегает туда-сюда. А что, если я сейчас этих крысюков накидаю туда как можно больше? Так, ну шо? Ну давайте, давай, давай, давай. А где? А где? А где Леончик? Сейчас летит, летит, летит. И щелк, минус Леон. Пацаны, а как из этого выбраться? Динамайк, а можно, можно? А, ну как, никак не будет. Динамайк-то может сломать только что. Но он не добросит. Не, дружище, давай, 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 давай. Лети сюда, лети, дружок. Давай, давай, щелк, щелк. А что мы делаем? А мы сейчас вот сюда крысюков, смотри, бросим, и они просто... Они его просто съели. Еще, еще, ага, ага. Да, о, сломал ящики, отлично, отлично, у нас больше пространства. 35 на 12, но вот эта карта, да, вот эта карта, конечно, хороша. Но давайте лучше сыграем один на один. Здесь неинтересно, так, куда он полетел? Он прилетел, он сквозь коробки пролетел? Вот это, кстати, было очень неожиданно. И я не думал, что Бас может сделать такую офигенную тему. Так, это мы выиграли. Я не звездный игрок. Нужно было 4 бойца выиграть. Ладно, вот эта карта неинтересная. Здесь рандом. Вот это, ребята. Вот здесь я покажу сейчас всю мощь этого мусорного против Пайпер. Нет, против... Против кольта. А против кольта я могу и не показать. Так, потому что он сейчас пробивает дырку. Ага, ага, конечно. Конечно. Так. Хорошо, хорошо. О, удар, привет. Это было легко. Просто уворачивайтесь от кольта. Ага, вот так, вот так, вот так. Сультанет, смотри. Раз, два. Ну, я почти убил кольта, но мы победим. Я все равно молодец и все. Ребят, так, давайте. Забирайте мегаящики. Пишите в комментарии, что вам выпало. Не забывайте подписываться. И главное, код автора Робзи. Код автора Робзи ввели. И всем пока, удачки. Я люблю вас, лучшие удачи.